К другим темам. С наступающим праздником поздравили жительниц Саратовской области. В воскресенье в России отмечают День матери. Дату утвердили в 1998 году. Во всех муниципальных районах в преддверии праздника проходят торжественные мероприятия. В Саратове мам чествовали в региональном центре поддержки одаренных детей. Здесь губернатор области вручил главам многодетных семей почетные знаки. А тем, кто воспитывает 7 и более детей, кроме этого подарили микроавтобусы. В этом году «Газели» получили 8 семей Саратовской области. С таким запасом жизненных сил мы преодолеем любые трудности. А с детьми, которых вы воспитали, можем уверенно смотреть в будущее, работая на подъем промышленности и сельского хозяйства, внедряя инновационные технологии в производстве, двигая науку. Кроме микроавтобусов, награждаемым вручили хлебопечи, а также выплатили единовременное пособие в виде 7 минимальных размеров оплаты труда.